Смотрите, что у меня есть. Это домашнее ванильное мороженое. А что я из него приготовлю, вы сейчас узнаете. Я, кажется, забыл поздороваться. Здравствуйте, дорогие гурманы. Добро пожаловать в мир вкусной и полезной еды. Ванильное мороженое плюс чашечка эспрессо. Это будет напиток, называемый афогато. Афогато переводится с итальянского как «утонувший». И почему-то у нас в кофейнях этого напитка нет. Давайте заполним этот пробел. Два шарика ванильного мороженого я кладу в свой стакан. У меня специальная ложка для мороженого. Беру 7 граммов кофе и кладу его в холдер. Дальше прессую темпером. Лишний кофе удаляю. Делаю пролив воды. Вставляю в холдер. И наливаю 30 грамм эспрессо. Ванильное мороженое заливаем чашку эспрессо. И украшаем все крошкой от печенья. Вкусный, освежающий кофейный напиток, а я бы даже сказал кофейный десерт со странным названием афогато. Утопленник готов. А я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!